лежать. Нельзя ждать. Возьмите вкусняшку и поднесите ее к глазам. Опять. Голос. Хорошая девочка и мальчик. Я Маргарита. Я Ксюша. И вы снова на нашем канале Сестрички Лайф. Многие спрашивали нас, как же мы дрессируем нашу собаку. И сегодня мы вам покажем, как можно учить собаку разным командам. А также покажем наши трюки. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить лайки. А перед тем, как мы начнем, мы хотим вам рассказать про очень крутой канал, который называется Blind. Они снимают очень крутые лайфхаки, пранки и челленджи. И крутые подделки своими руками. Как раз сейчас все ходят в школу, и ребята снимают забавные скетчи. Про учеников и учителей. Лайфхаки, куда спрятать шпаргалку. И как пронести вкусняшку в школу. А также они недавно сняли про закулисье своих съемок. Это было очень интересно, советую вам посмотреть. Скорее подписывайтесь на них и смотрите их классные видео. Потому что идеи Блайны — это просто очень круто. А также у них сейчас проходит супер конкурс. Смотрите, какие они разыгрывают милые подарочки. Я обожаю единорогов. Это носочки, ручка и кружка. Они такие милые. Я обязательно буду участвовать. Ну а чтобы выиграть в этом конкурсе, нужно выполнить несколько заданий. Первое, нужно быть подписан на наш канал и на канал Блайми. Лайкнуть последнее видео Блайми «Скучная мама против жуткой мамы». И оставить под ним комментарий с историей про Хэллоуин. Можете даже что-нибудь придумать. Ну и ребята выберут самую классную. И в одном из следующих их видео объявят победителя. Обязательно участвуйте. И желаем вам удачи. Для начала нам обязательно понадобится вкусняшка. Какой-нибудь деликатес для собаки. Ну или просто кусочек колбаски или сыр. У меня вот такие вот кусочки мяса. Она их очень любит. Сначала самая простая команда. Это сидеть. Даем ей понюхать. Нет, не кушать, а нюхать. Первое правило: собака вам должна смотреть в глаза. Вы должны... Возьмите вкусняшку и поднесите ее к глазам. Она вам будет смотреть прямо в глаза. Вы должны обязательно сказать команду и желательно к этой команде привязать какое-то движение. Например, сидеть я показываю палец. Собака должна смотреть на меня. Конечно же, ваша собака еще не знает, что это сидеть. Вы можете ей помочь и немножечко надавить на попу. Вот немножечко надавить здесь, чтобы она села. И все. Когда она тянет, вы должны ей обязательно дать вкусняшку. Молодец. Она у нас эту команду уже знает. Вы должны тренироваться каждый день. Даже лучше несколько раз в день. Можно по 5 минут. Так, следующая команда. Бонни, вот у меня вкусняшка. Теперь команда лежать. К этой команде у нас тоже есть движение. Это рукой вот так. Ну что, попробуем? Бонни, лежать. Как мы ее этому научили? Делаем, чтобы она смотрела нам в глаза. Нужно взять ее лапки и положить. Да, и лапки. И вот так. При этом говорить команду. Вот смотрите, как мы это делаем. Лежать. Она меня даже может понять без слов. Делайте это несколько раз в день. И не забывайте давать вкусняшку. Она быстро поймет, за что мы ей даем вкусняшку. Следующая команда — это дай 5. Бонни, ко мне. Дай 5. Молодец. Сразу даем. Как же мы ее этому научили? Берем вкусняшку и кладем между пальцев. Вот так вот. И говорим дай 5. Молодец. И даем вкусняшку. Когда вы будете ей показывать ладошку, она будет знать, что делать. Но она у нас тоже делает без этого. Так, сидеть. Опять. Теперь мы ей даем вкусняшку. Также можно научить, чтобы она давала лапу. Сначала ее надо посадить, сидеть. Дай лапу. Одну. Дай лапу. Когда собака этого еще не умеет, мы ей должны помочь. Сначала ее нужно посадить. Нет, сидеть. 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 Теперь мы подносим к ней руку. Нет. И берем за лапу. Так. Сами берем ее лапу. Сидеть. Нет. Дай лапу. Молодец.
со временем она это будет делать сама. И теперь моя самая любимая команда – это ждать. Будем тренировать силу воли. Берем вкусняшку, кладем вкусняшку возле нее и говорим слово «ждать». Нельзя ждать. Nope. Ждать. Если собака будет подходить к вкусняшке, надо ее отодвигать, чтобы она ее не трогала. И сидеть охранять вкусняшку. Бонни у нас уже умеет ждать. Сначала можно оставлять вкусняшку короткое время. Нельзя Бонни ждать. Например, на секунд 10. И следующая команда – это можно. Собака тоже должна ее запомнить. Говорите «можно», и собака должна взять вкусняшку. Бонни, можно? Хорошая девочка. И толкать ее, чтобы она села вкусняшку. И тогда она поймет команду «можно». Бонька может продержаться одну минуту. Может даже уже больше. Давайте проверим. Нельзя сидеть. Нельзя ждать. Нельзя. Ждем. Она ждет самое главное слово. Видите, как она смотрит на меня? Можно? Она ищет. Следующая команда – это голос. Как же мы ее научили? Нам понадобится несколько помощников. Это Ксюша и Макс. Теперь говорим команду «голос». Они будут давкать, я буду им давать вкусняшку. Ну, конечно, не по-настоящему. Но Бонни должна заметить, что я даю им за эту команду вкусняшку. Голос. 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 Она у нас очень быстро научилась этой команде. Голос. 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 Молодец. Голос. Голос. По-моему, она уже наелась. Тебе сегодня повезло, Бонни. И еще одна классная команда. Это змейка. Шел дождь, поэтому мы зашли домой. Попробуем команду здесь. Я беру вкусняшку в эту руку. Да блин. Она проходит. За вкусняшкой. За вкусняшкой. Тих. Потом можете дать ей вкусняшку. Хорошая девочка или мальчик. Попробуем еще раз. Если она не проходит, можете ее чуть-чуть потолкнуть. Собаки очень быстро устают, поэтому не нужно заниматься с ними часами. Можно сначала по 5 минут, а потом по 10. Несколько раз в день. И главное, каждый день. Так собака выучит очень быстро команду. И обязательно, чтобы вам никто не мешал. Чтобы не было посторонних звуков, потому что собака отвлекается. Она должна смотреть только на вас. Тогда у вас все получится. Три! Вот! Раз, два, три. Вот! И еще одна последняя команда. Это ко мне. Как приучить собаку, чтобы она к вам подходила? Это было не очень просто. Она до сих пор даже не всегда к нам подходит. Берем вкусняшку. Отходим подальше. Показываем ей вкусняшку. Говорим команду «ко мне» и хлопаем по воде. Ко мне. Ко мне. Ко мне. Ко мне. Молодец. Обязательно нужно хлопнуть по ноге. Тогда она запомнит движение и будет знать, если вы хлопаете по ноге, значит вы хотите, чтобы она подошла. И обязательно давайте вкусняшку. Ко мне. Молодец. Молодец. Нам нужно обязательно еще выучить какие-нибудь команды. Эти она уже все знает. Ну что, ребятки, а на сегодня все. Не забывайте ставить лайк для Бонни. Она сегодня очень старалась. А также подписывайтесь на наш канал. Всем пока. Пока-пока. How it's gonna say in the fight with